Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали ко мне на канал. С вами Дрейфори. Добро пожаловать обратно в Subnautica Below Zero. Сегодняшнее видео начинается с того, как мы с вами будем исследовать дальше наш огромный корабль. Не знаю, что у него за название какое. У нас есть была Аврора, а это хрен знает. Если вы знаете и тут нам не расскажут, напишите в комментариях или в чате, если вы смотрите это в прямом эфире. Что я взял? Металлолом? Серьезно? Просто кусок металлолома? Это все, что я получу? Ладно. Так, тут где-то должна быть еще... Вот сюда можно проплыть. Здесь у нас резаком можно поработать. Так, что тут у нас еще есть? Я думаю, тут еще много чего есть, поэтому мы это все исследуем. Обязательно. Но с кислородом, конечно, надо. Ой. Ой-ой-ой. О, выход. Да ладно. Прикинь. Поворот такой, да? А вот, собственно, и вход. Почему бы не поставить здесь радиомаяк? М? А, ну да, у меня был этот вход в корабль. Вход в корабль. У меня есть два входа, получается. Но один вход чисто случайно найден был. А этот, он прям вот очевидный. А, кстати, а что это я могу всплыть же на поверхность? У меня даже пузырь есть. Да. Кстати, в обычном Subnautica работает как-то очень криво. Здесь же он работает прям идеально. Гигантский корабль. Просто огроменный. Этих тварей тут просто до жопы. Я, наверное, вот это вот привычку сделаю, типа. Не знаю, как-нибудь осветлю, исследуем корабль. Это на прошлую привычку я поставлю, да, потому что на эту, я думаю, у нас что-нибудь поинтереснее будет. Так. Заплываем в дырочку. И плывем. Так, возьму кислород сразу. И поплыли. Так, мне нужна пропульсионная пушка, черт подери. Но у меня нет ее фрагментов. А их можно найти. В безопасных отмелях, ну или как тут называется эта местность. Да-да, именно там. Ладно, возьму. Пригодится. Командирское кресло. И на кой черт оно мне? Такая полезная вещь вообще прям. Тут дырка. Тут проход куда-то. Да, по кораблику-то поплавать можно, тут он обшастался. Еще одна дыра. Еще один вход. Серьезно? Реально? Прям здесь? Ну. Молодец, Вадимка. Зачем ты в эту дыру? Вот вход. Ой, чума. Ладно. Мне нужна пропульсионная пушка, иначе дальше мне не пролезть. Я так понял. Ну, вы видели, что происходит там? Уйди, рыба. Так, пить. Ой, теперь мне пить жрать прям дофига. Ну, здесь я проплывал, да. А что, больше никуда не вплыть, что ли? Слышь, серьезно? Вообще больше никуда не вплыть прям. Тогда плывем в острова кувшинок. Еще и снизу... Ну, тут ладно, тут надо отодвинуть еще. Попробую отодвинуть эти штуки. Ой, да, без пропульсионной пушки мне дальше не пролезть. Я так понял. Ладно. Тогда поплыли в острова кувшинок. В специальную зону. Ой, погоди. А вот тут я тоже не был. Чего, 30 секунд, ты шо? Ты шо? Ты шо?
Ладно, поплыли. Так, сохранюсь. Опять у вас будет писк. Ну и привыкайте. Так, я нашел вход. О! А, это ребята дружелюбные. Это киты. Они дружные ребята. Смотри, какой красавец, блин, вообще. Класс. Так, теперь мы можем поглубже плавать, так что не страшно. Поехали к Левиафану. Только не к этому, который сожрать может, а тот, который термальный сад. О, вижу место для бура. Два сразу. Три медузы сразу. Кстати, вот это орал сейчас, по-моему, он. Где-то тут он плавает. Три медузы? Серьезно, где они? Три штуки, ты посмотри. Аж три штуки. Три в ряд. Ёлки-палки. Ранее я на такую глубину мог опускаться. Сейчас же я могу еще глубже. Пипец, три медузы в ряд. О, кальмара-акула. Вон он. Хелицерат его зовут. Гигантская тварь. И Левиафан термальный сад. Вон он, смотри какой. Урычит. Он сожрал кого-то. Весело. Термальный сад мне вообще нужен. А какого хрена мне тут? А вон еще один, кстати. Левиафан. Зато я могу поплавать внутри. Вот разорался, падла. Но я поплыву к этому чувачку. В пещерке надо поплавать. Мореход здесь не доплывет, мне кажется, поэтому... В том плане он тут тесно будет, потом не выплыву. Слушай, можно и в этого заплыть. Попробовать, посмотреть, что у него там есть. Термальный сад. О, и класс, смотри. Внутренний он. О, это его язычок, что ли? Хи. А ему пофиг, да, он растение. А у тебя есть что-нибудь полезное здесь, а? Только растения, которых описания даже нет. Так, у него здесь термальный источник. Это я помню. Ладно, поплыли. Будет тяжело выплывать, потому что он вроде всасывает. А может и нет. Воу. Давай ко мне не плыви, тварь. Так, мне сюда. Сюда, да, сюда. Вон, падла. А их тут два. А может и больше. А медуза одна? Такая. Блин, так прикольно выглядит. Ну-ка. Без рук этих дурацких. Ну-ка. Вот это можно при ее будет пас. Хотя плохо видно все. Я кислород решил взять просто. О, настуран. Охо-хо-хо-хо-хушки-хо-хо. Что-то я увидел. Какой-то фрагмент. А, теплоэлектростанция. Ладушки, плывем дальше. Да хватает их. Что это за рыбка такая? Рыбка. Пещерка, подводная система. О, новые растения. Что вы такое? А, то есть кислородные растения. Слушай, какая красота.
По-моему, я сейчас сдохну здесь. Поплыли-ка обратно. Кислородных этих тут нет. Почему? В чем проблема? Ну ладно. Здесь я не заплыву глубже. Не должен, по идее. Да, не должен и не заплыву. Блин, ну тут достаточно большой, конечно, проход. Но вряд ли мореход здесь проплывет нормально, без каких-либо проблем. Блин, ну эта тварь там плавает, конечно, меня смущает. Где она? Креветка, блин, вонющая. Похоже, что креветка. Я прям под этим чуваком спрячусь просто. Чтобы, меня не, чтобы вот этот меня не сожрал. Жена огромная, а? Капец. Как жнец Левиафан, по-моему. Так, здесь мы плавали. Плыли туда. Если меня эта тварь не достанет, надеюсь. А, нет, даже ничего нет. Мне надо в ту вулканическую пещеру плыть, это точно. О, идти. Ну да, мне сюда опять. Ладно, поплыли сюда. Что уж поделать. Как биом называется? Как там матка? Альфа-1? Tree spires. Какие-то деревья. Наверное, вулканические деревья. Вон они. Но главное, я знаю, как выплыть, и мне, в принципе, плыть недалеко. Но стуран я возьму побольше, потому что это единственное место, где я его увидел. Так. 400 метров под водой. Прикинь, какое давление у него. На него тут. Давит. О! Хата чья-то. А неужели это той бабы? Надеюсь, что нет. Иначе это все. Хотя она такая заросшая вся. Ну слушай, тут и... Весь фрагмент так очень ш... Офигенно. Где вход-то? Я знаю, где вход. Нетрудно догадаться. Слушай, а почему бы эту базу себе не забрать? Я убью эту Маргарет. Да, ее зовут Маргарет, кстати. Я этого не знал. Я же сказал, не ходи за мной, альтеранка. Теперь у тебя проблемы. Где ты? Почему ты прячешься? Ты знаешь, сколько на мне судебных исков? Откуда? Ты ведь даже не сказал, как тебя зовут. О. Это имя имеет свою цену. Если правда хочешь знать, иди ко мне. Костюм краб Маргарет. Стандартный костюм краб Альтера с прикрепленной челюстью Хелицерата. Да? Она его смогла завалить? Жопа. Вот это вот она мощная, конечно. Я что, болтать сейчас с теткой буду? Или она меня убьет? Твой краб здесь, так что ты, я тебя его сопру. И-и-и. А почему бы и нет? А я могу в него залезть? Не, не могу, блин. Ну, был бы круто, он такой мощный. Что обломки валяются у тебя? Ты убиралась давно, нет? Мать. Я же сказал тебе не лезть на мою территорию. Ты выдрессировал сталкера? В следующий раз я дам ему порвать тебя на ленточке, альтеранка. Два человека теперь. Я не из Альтера, меня зовут Робби Найи. Я ищу информацию о своей сестре, Сэм. Ты ее знаешь? Чушь собачья. Я предлагаю тебе немножко прийти в себя, а затем свалить с моей базы. Если ты не альтеранка, то почему бы тебе не отключить эту чертову спутниковую башню от слежения вместо того, чтобы взламывать мою базу? Может, тогда и мы и поговорим. Офигеть. У нее есть сраный
череп. Левиафан жнеца из тропической сабнотики. Ё-моё. КПК. Журнал Майергород. Слушай. Вот это жесть какая-то. Стеклянного купола большой купол. О, в натуре, смотри, не заметил даже. Едить, колотить. Видимо, мне туда нельзя. Окей, а если на хвостом такой? Ай, падла, на. Ладно. Не хочешь, как хочешь. Дверь закрывать не буду, ты слишком злая. Слушай. А мне радиомайку больше нет, да? Надо было оставить. Как же я найду теперь эту базу? Это что такое? Улей? Коллективный разум. Так тихо стало, слушай. Без музыки прям вообще. Не ссы, у меня до хрена батарейка еще. Пингвикрылик. Чип с данными. А так все же на сталкер. Так. Тут же какие-то... Она, он принадлежит, они принадлежат Сэм. Так что она точно должна знать мою сестру. Так, Маргарет. Уплыв так далеко в море, шанс вернуться на сушу нет. Все, что мне оставалось, выжить достаточно. Похоже, Сэм шпионил за Маргарет. Чтобы меня куда-нибудь прибило. У меня был нож, ремонт инструмента, 3 литра воды. Мне не грозила смерть от жажды морских чудовищ. Но если бы я продолжал сражаться, то умерла бы от истощения. Мне было необходимо плавсредство. Только тогда я почувствовал, как что-то касается моей ноги. Я посмотрел вниз, и из-под воды ко мне приближались огромные челюсти. Так, костюм. Атака снежного сталкера. Ничего. Маргарет обеспокоена. Теплица. Жесть. Ну, я теперь нашел, где приюшка, когда у нас будет. Радио я сделать не могу. Эс. Тут вообще никого нет, смотри. Ладно, хищники, тут даже живых существ нет, этих обычных нет. Бирюзовик. Ну, конечно же, про него ничего не сказано. Слушай, я подышу твоим воздухом, ты же не против, да? Угу, спасибо. У меня есть где подышать. Ну, костюм краба у него, конечно, крутой, это не поспоришь. Прям не поспоришь. Ладно, поплыли ниже. Раз у меня есть место для кислорода, то, значит, можно и проплыть ниже. На мореходе я сюда не доплыву, потому что очень узкие проходы. Ну, а здесь можно. Ты видишь, что я назад плыву, да? Ну, конечно. Что это за место такое? Пустое. Я понял, под базой этой тетки есть что-то интересное. Не потерять бы базу этой тетки. Не, сюда можно заплыть на мореходе, это хорошо. Я смогу это сделать. Блинский, блинский, блинский. Я не хочу умереть тут. Не надо. Дайте кислород, пожалуйста. Пожалуйста, тетика, дай мне кислород еще. Я хочу жить. Пузырь? Пещерный пузырь. Видал, красный.
Спасибо за предметы жилища, а, точнее объекты. Попрыгаем немножко, чтобы кислорода восполнить. Неужели сюда нельзя заплыть? А что это за пещера такая? Ну, какие-то кристаллы, блин. Корневище кувшинки. Ух ты. Вау, какая полезная информация. Что это за биом такой? Какие-то кристаллы. Че я сканирую? Хрен знает, ладно. Короче, ладно, поплыли обратно. Блин, не потерять бы эту базу. Черт подери. Так, туда новый биом. Или он туда? Где мореход? Мореход там. Начнем вот туда. Наверное. Не знаю. А он да. Угу, через деревья надо проплывать. По сути, вход найти нетрудно будет. Что за красные пузыри такие? А, это не пузыри, нифига. Ну вот, пещерка. Да. Вот отсюда я приплыл. Это 100%. И вот вход, откуда я выплыл. Ну вот поверхность. А он мой, собственно говоря. Слушай, а может получится на нем проплыть? Ну-ка, давай попробуем. Просто я боюсь, он не выплывет. И я все, потону. Но если можно, то... Вот эту тварь она захватила, да? Это ж хелицерат. А у нее его челюсть есть. Интересные фотографии. Может, она шпионила за Маргарет. Обломки. Так, она точно шпионила. Так, ну давай попробуем. Не уверен, что все будет хорошо, но буду на это рассчитывать. По сути, мореход не такой уж и толстый. Ну, как бы это правильно сказать-то. Честно, ему бы отсоединить модули, и тогда, в принципе, все нормально. Давайте попробуем. Я оставлю наверху модули все. А сам сплаваю одиночку на нем. Во. Теперь он еще и быстрее станет. Главное их не потерять. Где они? А, вот они. Все, модули есть. Так, а теперь на нем поплыли туда. Он намного быстрее стал, слушай. Я, кажется, могу на нем проплыть. Что уже хорошо. Ай. Гениально. А модули, кстати, они видны? Ой, да, вот они. Плываю, плываю, все. А, так слушай, если я на нем могу проплыть, то вообще сказка. Мы сейчас заплывем в новую локацию. А, у нее 500 метров максимум, блин. А где мне третью найти модуль? Точнее, как его скрафтить, сколько стоит-то? А, вот что я нашел. Никелевая руда. Ох. А, вот я и в пещере, в принципе. Ну, не знаю. В принципе, можно попробовать, но что-то как-то не знаю. 520 метров где есть, там я уже в этом. Вот база. А, ну, в принципе, норм. Сейчас мы туда заплывем, там это должно быть. Хочу посмотреть на новую локацию. И что будет интереснее, если там будет что-то интересное, интереснее, чем база, то я думаю, поставлю на превьюшку. Но ничего не обещаю. Интересно. Я круг навернул, да? А, нет, не круг. Я вон туда должен сплавать. Потому что тут дыра. Да, вон она. Интересно. Расселено. Что ж тут есть?
Ну, слишком глубоко я сплавать, конечно, не смогу. Но хоть как-то. Найти бы выход еще обратно. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Я, кажется, нашел еще и фрагменты пушки. Смотри, как удачно. Пропульсионная пушка, правильно? Мне как раз нужно... А, это... Это краб. Ну, в принципе, пусть будет. Тут кто-то есть? Сколько тут существ, елки-палки. Мы с вами ли червя, левиафана... Это... Сад огромный, медузина. Медуз видели? Чем мы только не видели с вами. Неужели тут будет еще что-то? Жесть. А, эти ребята не страшны. Эти не страшны. А это что такое? Это опасная тварь. Я бы его сфоткал, но что-то как-то сыкано близко приближаться. Аптеки есть? Аптечек-то нет здесь. Воу! А, ну он не убивает. С первого удара, окей. Кто это? Отлично, с первого удара он не убивает, это мы знаем. Сколько он с ним... Ой, 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 ой. Кислород совсем забыл. Быстрее, 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 100 метров. Так, он снял 75% одним ударом. Это много. Интересно, у него есть анимация, когда он меня сожрать пытается? Жесть. Ты посмотри, что это за громадина, блин. Нафиг эту бабенку. Я говорю, нафиг эту бабенку. Это намного интереснее. Эта тварина намного интереснее. Господи, что это? Что оно такое? Благо, он не настолько опасный, как тот же морской дракон. Жесть, кто это такой? Ну и раки эти не страшные. Это что? Завиток. Очень познавательные данные о нем. Что еще тут есть? Помимо этой твари гигантской. Пятьсот пятьдесят метров, это до хрена. Жесть, он орёт, конечно. Я так понял, тут еще вход или еще что-то будет в будущем. Запланированный контент. Есть что добавить. Но мне точно нужно туда плыть, где эта тварь. Вот туда. Капец, он огромный, конечно. Пипец, нашли, блин. Тварю, которая шмаляет на 75% урона. Да еще раз гляну на него. О, громадина. Блин, а кто еще тут обитает? А прикинь, какой-нибудь просто размером, как морской император. А сам морской император тут есть, кстати? Да не, вряд ли, он же умер. Быть того не может. События-то идут после. Значит, его быть не может. Ладно, поплыли отсюда. Господи, вот эта тварь. Мы нашли новую локацию с новой тварью. Это левиафан, интересно? Я думаю, да, он слишком огромный, чтобы не быть левиафаном. Пипец, просто пипец. Пипец, пипец, пипец. Пипец, просто тут обосрались бы, если бы увидели такую тварину.
Огромная черная тварь. Это просто огромная темная тварь. Темная. Падла какая. Ну, гигантская, это жесть, конечно. Не, по размеру он, кстати, схож с этим. И с Левиафаном Жнецом, и с Хелицератом. Даже, я бы сказал, схож с призрачным Левиафаном, хотя он чуть и больше, чем призрачный, ой, чем Жнец. Хотя, тоже не факт. Да, мне говорили, это камера заднего вида. Жаль, с той стороны пристыковывается. Да. Так, ладно. Всплываем. Теперь нужно кувшинкам плыть. У них тоже под ними есть что-то. Там по-любому есть пещеры какие-то. Возможно, там есть нужные мне фрагменты. А мне нужно еще много фрагментов. Берем с медузой, да? Вот оранжевый мне нужен. Что ты об этом думаешь? А чё я молчу? Что я вот об этом думаю? Я думаю, это жесть. Ты давай там не кричи, ты вообще... Чёрт. А это просто жесть. Эй, так это есть биом с медузой, а где же? Зеленый биом. Там что? Поплыть туда. Эй, там Хелицерат. Не, ну вот эту собаку никто не переплюнет. Он вообще самая гигантская падла на планете. Хотя, казалось бы, морской император, он гигант. Не, его медуза уделала. Причем даже не являющийся живым существом, как таковым фауной. Скорее, как флора. Ладушки. Мне нужны острова кувшинок. Еще один? Их что, двое, что ли? Еще один, смотри. У него злобные акулы. Хелицератов нет здесь. Странно, около того есть, около этого нет. Смотри, какая карта не прорисованная, а? Ужас. Братан, ты вас двое тут, что ли? Вторая медуза, класс. Вообще балдёж. Но мне нужен ледяной биом. Ой, не ледяная. Так, понятно, мертвая зона, походу. Чёрт. А где же острова кувшинок-то? Где кувшинки-то, ёпки? До ледника километр еще. Ты блинский. Ты мне туда не надо. Там реально ничего нет, что ли? Жесть. А где же бьем с медузой? Кувшинки эти гигантские, где? Там, что ли? Вон там. Да. Надеюсь, карта будет побольше в полной версии. Надеюсь, тут будут еще биомы. Потому что я хочу контента больше. Я хочу еще больше тут биомов. А то вот это вот... Этого мало. Это дохрена. Это очень круто, но этого мало. Так, это что за птичка? Ты опасная? Не знаю. Где сраные кувшинки? Опять хелицерат. Так, ну тут... Так, их два, да? Да, по-моему, да, конечно, два. Я же... Чё, я не могу же к одному и тому же плыть. Плыву. Он там один. Вот один там находится. Один здесь. Чё там? А, дерево. Вот это падло еще. Где биомс? Биомс.
Биос с медузой. Ну, в принципе, я прав. Вон она. Только мне не эта медуза нужна. Нужна гигантская медуза. Мне нужна гигантская медуза. Вроде за мной не плывет. Надеюсь. Как ж так? Вон маленькая медуза. Падла какая. Вот он. А вот маленькие медузы. Да, все, зеленый нашел наконец. А маленькие медузы не плавают. Какая музыка такая жуткая. Смотри, они спариваются, походу. Не будем им мешать. Мне не сюда надо. Какой страшный биом. Ну, на дно мне нужно опуститься, потому что я тут еще на дне не был. Я, в принципе, в этом биоме-то не был, считай. Я только вот этих медуз увидел здесь, поплавал чутка, и в темноте, кстати, и все. А что тут еще есть, я не знаю. Пещеры. В пещеры, кстати, надо бы заплыть. Может, там есть... Может, там никель есть? А то его что-то вообще нигде нет. А, он нужен. Угу. А его нет нигде. Вот тоже на нет. Опять? Не, это же не он. Слушай, а этих тварей тут до хрена. Это небезопасно, нифига биом. Хотя, какой здесь биом безопасный, а? Даже безопасный биом небезопасный. В него могут заплыть хищники. Макаки, вы здесь обитаете? Они баллоны тут хранят, да посмотри. Какие собаки, ну-ка. Баллон сверхвысокой емкости. О, три штуки, ты охренел что ли? Три штуки найти. Как я тебе их найду? Как эти три штуки найду? Это что? Чего ты хочешь? Ничего. Кварц я у тебя заберу. Тут музыка уже поприятнее. Репульсионная пушка. Слушай, я сейчас тут все, что нужно на... Чего ты хочешь мне дать? Медь? Да я здесь, вот. Отдай медь. Я уже нагло забираю у него, потому что это нужно. Так, слушай, острова кувшинок прям вообще. Супер. Только вот, мне нужно не сюда совсем, мне уже дальше. У меня же вот куда я там плыл, где я там плавал, вот тут, вот туда я и поплыву. Да, пещерки-то хорошие, тут такие добротные. Ой, еще 40 минут снимаю уже. Ну вот, обследуем слегка, вернемся домой. О, кстати, чуть не забыл, конечно. Чуть не забыл взять с собой аптечки, да? Ты забыл? Не, я не забыл. Молодец. 75%. Пипец. Мне эта падла сожрала 75%. 75! Больше, чем жнец. Жнеца 70. А у этого... Как его? Призрачного 80. Дождь поделаешь. Такие вот ребята опасные. У меня еще голова закружилась. Так. Не понял, это что, все? А еще пещерки? О! Здрасте, приехали. Еще один корабль. Еще один кусок корабля. Два куска корабля еще. Жесть, тут еще, смотри. Ой, я вход вижу. Забавно. Неудобно, конечно, вылезать так, но... Потому что транспорт большой. Ну понятно, что это просто дырка, как бы некуда плыть. Так, ты рыбка съедобная?
Тебя кушать можно? О, можно. Мелкий хищник. Ну-ка. Чё? Ты чё, бессмертный, что ли? Иди сюда. О! Прекрасно. Тут три удара надо, чтобы убить. Термоножом. Термоклинком. Так, я видел вход, вон он очень сильно выраженно обозначен. Но сперва я залезу в маленькую часть, потому что я вижу, что она есть тут. Возможно, в ней что-то тоже есть. Ну или на ней. Нет, в этом куске ничего нет. А, не, есть. А, не, ну просто зарос. Ну окей. Так, от металл. Жесть тут, конечно, фауна, это пипец. Киты, медузы, вон медузы. Медуз нет, кстати. Ага, странно. А там вообще ничего нет уже. Жалко, конечно, что мало биомов еще. Ну, знаешь, в обычной сабнотике было куда больше. Здесь же их пока... Зато здесь есть два наземных, которые просто потрясающие. Это... С червями, просто потрясный биом. И долина ледника с замороженным левиафаном, который очень интересный был. Так, я вижу что-то говно здесь. А, нет, аквариум просто. Фрагмент которого у меня уже были, кстати. Изначально. О, это хорошо. Ну что ж, 20% входит на одну дверь. Жесть, он тратит, конечно. Да чтобы одну дверь разрезать, тебе нужно 20% энергии лазерного резака. Ну, плюс-минус 20. Не прям 20, конечно, но почти. Так. Я так понимаю, это тот же самый корабль, да? Ах ты собака. Погоди, и тогда мне нужно кислородом запастись. Разрежь, чтобы открыть. На, а ты не обалдел? Ой, спасибо тебе. Выручил. Ну тут да, не пройдешь. Вот где разрезанная, там я. Да, эта рыбка крупная, ее будет потруднее убить, наверное, несколько ударов надо потратить. Мореходик, секрет инопланетян. Какой же у них секрет, интересно. Узнаем, когда я скрафчу. Нахрена ты села? Узнаем, когда поплывем, а когда сделаю скрижаль. В следующей серии, думаю, сделаем это. В этой исследуем вот это место и уплывем. Вернусь домой, да, и закончу. Слушай, энергичит просто до жопы. Вот я теперь понимаю Ксюшу, которая постоянно батарейки собирала кучу. Я ее полностью понимаю и поддерживаю. Батарейки, они просто необходимы здесь. Особенно, когда ты пользуешься резаком. Это просто какая-то жесть. У тебя резак все... Спасибо! Мне еще заразиться радиацией не хватало тут. О! 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 Ядерный реактор, топливный стержень, рыбка соленая и жареная, и, конечно же, ядерный реактор. Ей, зато у меня теперь будет... Серьезно? Просто так быстро?
прикольно. Так, кислород. Кислород! Запасусь кислородом. Надо скрафтить баллон сверхвысокой емкости, тогда я вообще не буду страдать от недостатка кислорода. Наполняй свои легкие кислород, свои баллоны кислородом, конечно, баллоны ощущу. Я же не но этими не. Да. Так, наверху ничего нет, здесь открыто, но погоди, там еще можно дальше проплыть вот туда. Так, цвет у меня тут много. О, я вижу еще один стержень. Слушай, вообще потряс. У меня будет ядерный реактор собран сразу со всеми этими. Вот тут нужна пропульсионная пушка, но у меня ее фрагменты не все собраны. Я думаю, я без видео соберу эти фрагменты и потом, чтобы у меня было все готово. Чтобы я не был не готов, потому что это время уйдет. А, собственно, если что-то будет сюжетное, я это обязательно покажу. Надеюсь, ничего не будет. Да, вход сверху есть. Класс. Но вход, где дверь, он все-таки выглядит приятнее. Так, ядерный реактор у меня есть уже. Я не хочу эти кувшинки, это самое. Зачем мне сканировать это? На кой черт, что это? А, ты прорыв. Треугольник. Ой, как полезно-то, блин. Сканировать треугольник. Конечно, какой интерес, когда ты сканируешь какое-то растение, да просто что-нибудь сканируешь, у тебя нет возможности даже прочитать, что это. У тебя только название его есть. Никакого описания, ничего нет еще. Еще не все придумали. Так, ладно, я кругами наверну. Режем дверь. Дорогие мои. Сейчас батарейку поменяем. Давай, разрубай уже. Так, сканер берем сразу. Угу. То есть у меня не было грядки. Могу ее здесь найти. Слушай, тут можно вообще все найти, мне кажется. И грядки, и это все можно найти вообще. 30 секунд. Какие 30 секунд? Ну-ка. 60 не хочешь? Ой. И опять я радиомаяк не взял. Ну, вообще супер. Хотя, зачем мне уплывать? Я могу прямо здесь остановиться, как было в прошлой серии. Так что горе не видно. Надеюсь, вам было интересно посмотреть эту серию. Она вышла очень хорошей. Тут новый монстр. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравился ролик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следовать по всем ссылкам, что есть в описании, жмите на колокольчик уведомления, не забудьте, что ссылка на плейлист с игрой со мной скабилизируясь в описании в подсказках ролика. А на этом все, с вами был DriveFire, всем удачи, всем пока.